Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот и приближаются праздники, и в преддверии Нового года я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. И сегодня я вас приглашаю на свою кухню. Мы с вами будем готовить имбирные пряники. Итак, для приготовления пряников нам понадобится мед, яйцо, масло сливочное, мука, сода, корица, мускатный орех, имбирь, я буду использовать аромамасла дотера, и аромамасло дотера On Guard, так как в нем есть гвоздика. Для вкуса нам нужен имбирь и гвоздика. Для декора мы будем использовать вот такие вот звездочки. Ну и, конечно же, нам понадобится форма, которую я купила недавно. Я вам об этом уже рассказывала. Ну что, приглашаю вас на свою кухню. Начнем. Смешиваем в кастрюле 150 грамм меда и все специи. Корицу одну чайную ложку без горки. Мускатный орех. Тоже чайную ложку. Так, одну каплю имбиря. Масло имбиря. Можно, конечно, молотый имбирь, но я масла использую. И одну капельку масла On Guard или гвоздику можно добавить вместо масло On Guard, но я использую масло On Guard, так как в нем есть гвоздика. Все это мы ставим на огонь. Мед, корица, мускатный орех, имбирь и масло On Guard или гвоздику. Мы все это перемешиваем. Поставили на плиту, на огонь, и будем доводить до кипения. Помешиваем и доводим все это до кипения. Теперь снимаем с огня. Сейчас будем добавлять соду. Добавили 2 чайные ложки соды. Наша масса начинает увеличиваться. Перемешали. А затем добавим растопленное сливочное масло в эту же смесь. Так, сейчас немножко остынет. И буду добавлять 100 граммов сливочного масла. Добавили сливочное масло и все это тщательно перемешиваем. А затем добавим одно яйцо и опять все тщательно перемешаем. В полученную смесь добавляем 550 граммов муки. И все тщательно перемешиваем. Вот такое тесто у меня получилось. Ароматное, вкусное. И сейчас мы раскатаем его и будем вырезать с помощью формочек наше печенье или прянички. А теперь творческий процесс. Раскатали. И вот я уже вырезала елочку, колокольчик. Вырежем сердечко. Так, ну тут вот что-то, какой-то еще фонарик. Фонарик надо правильно, кстати, положить. Вот одной рукой мне неудобно, я вам показываю и вырезаю. Это вот месяц у нас молодой. Месяц. Звездочка. О, какая красивая. Так, неправильно. Вот так надо поставить острой стороной, потому что мы вырезаем. Ну, вот так вырезаем. И будем складывать на противень уже наши готовые формы пряничков. Ну вот, наши прянички готовы.
Теперь мы их украсим немножко декором. Ну, я вот таких вот звездочек чуть-чуть прилеплю к ним. Так, надо, чтобы они еще как-то распределились. Украсим декором и будем выпекать. Можно, конечно, пряники украшать глазурью, поливать. Но я первый раз вот делаю, поэтому купила вот такой декор. Не знаю, будет он даже держаться на пряниках на наших или нет. Но во всяком случае, думаю, не испорчу. И будет вкусно. Так, сейчас я украшу все и поставлю выпекать в духовку. Ну что, вот такие прянички имбирные у меня получились. Такие разные, красивые. Елочки, звездочки, фонарики, месяц, сердечки. Разные-разные. А еще колокольчики. Вкусные. Я уже попробовала один пряничек. Очень вкусно. Попробуйте и вы приготовить. Рецепт оставлю под этим видео. С наступающим вас, друзья! До новых встреч! Пока-пока! Если вам понравилось это видео, поставьте автору пальчик вверх. А новички, подписывайтесь на мой канал. Я буду радовать вас новыми и новыми интересными видео. Ну, конечно, не только рецептами. Ну все, до новых встреч. С наступающим вас, друзья. Пока-пока.